Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет обзорчик на мой топ-1 аккаунт Castle Clash New Dawn, новая версия, которая вышла уже, скажем так, давненько. У меня здесь топ-1 аккаунт, я его дальше пока не качаю, потому что нету никаких ни обновлений, ничего. Смысла от перекачки героев никакого нет. Герои уже прокачаны, в принципе, неплохо, мне их хватает. Но пока никаких локаций, где они будут востребованы, либо где будет все печально, либо хорошо, пока нет. Так, что у нас есть на аккаунте? Уже у меня 2, 2 и 2. Можно было бы, в принципе, уже и больше силы вкачать. Сейчас попробуем немножко подкачать силушку. Так, салка. Давайте с отби до 50-го будем вести. Сила прибавляется очень отлично при апе левела героев. То есть тут очень быстро все апается. Вот смотрите. 2230 так и есть. Называется апнули. Такс. Окей, ну мы не апнули, у нас сила не выросла из-за того, что герой сам по себе не прокачанный, то есть сабди, ну нету 10 звезды там, например, как у шапки, если сравнивать. Сейчас до этого дойдем. В общем, силушка у меня, как видите, не маленькая. Понятно, что это донат. Что у нас есть? 10 VIP, он дает по сравнению со всем остальным немножко больше, вот по сравнению с предыдущим. 5 ассистов гильдмастера, и дальше уже идет все то же самое, просто некоторые улучшения, увеличения, но пока это все не открыто и бессмысленно качать 500к, то есть это бессмысленно. Вот такие вот плюхи дают за открытие VIP-сундуков, ну такое себе, знаете, накопительное, но VIP на очень многое влияет. Так, что у меня есть? Поехали. Самое интересное здесь это алтарь, это герои. Первое это шапка. Шапка, космо, кто, короче, кто как называет. Для меня это, не знаю. Для меня это шапка по скиллу. В общем, вот так вот выглядит Spirit Mag. 470 тысяч силы. То есть, по сути, 4 там или 5 таких героев, вот моя вся сила. Но у меня вот шапка, потом Бог Грома Тор. Он чуть-чуть хуже прокачан. 5 левелов, и посмотрите на разницу. То есть, чем выше у вас будет вот здесь вот прокачка по этапам, по звездам, скажем так, тем выше у вас будет сила от данного героя. Также есть Астерион, донатный герой, можно тоже его без доната получить, он для подземок в принципе хорош, ну и на PvP локациях иногда решает. Мне он очень помогал на прохождении волн. Садби топовый отхил на сегодня в игре, но как видите, силы вообще 17 тысяч, все из-за того, что здесь всего лишь второй уровень. Дают, точнее там давали за прохождение, я там прокачал скилл немножко. В основном дают прохождение на мировой карте. Там по 200 дали осколков, 200 осколков скилла и всего за первое место. Вот посмотрите разницу. 17к и сразу 291. Здесь 9-я. Звезда почти максималка, почти десятка. Вот и разница такая. Салка тоже очень обалденная, особенно против юнитов. Такс. Вот видите разницу. Тут уже герои по 57. Тут только вот тут 5-й, 4-й даже. Тут сразу же идет ниже левел, но 8-й уровень. И разница уже в разы. 3 раза. То есть все зависит от прокачки осколками. Поле, которое дается за прохождение волн. Точно так же теска, это все с волн получается.
Скади с доната, я ее пока не качаю, тоже довольно-таки неплохой герой. Ну, надо будет заняться прокачкой. Ну, силу можно поднять до 3 лямов. В принципе, это не проблема, я пока не гонюсь за этим. Бишамон, ну, Нидзик у нас, я его не использую. Некрасик тоже не использую. Таку я не юзаю. Фрея, это не та Фрея, которая у нас в битве замков. И Ран, который тоже можно собирать. Артемис, Вулкан, который дается с арены. Ой, точнее, с гильдии. Ну, этот еще Гермес не активен. Джин Хенри, это тыковка, по сути, тоже она чисто за донат будет. Вайпакс и Хеймдал тоже пока не, нельзя его получить, нету никаких акций, ничего. А, вот так вот. И Айсинг тоже пока нету в игре. Вот и весь мой алтарь, по сути. У меня не хватает только вот Хермеса, нету Хеймдала и Джин Хенри и Хайсек. Ну, вот это последних двух. То есть, по сути, у меня нету 4 героев. Это так у всех. Что по базе? Базу я сейчас докачиваю всю до 15 левела и буду дальше апать уже ратушу. По ресурсам у меня прокачки 5,2. Тут уже даже 6. Я буду сейчас улучшать, накидывать, улучшать саму ратушу, переводить, потому что без нее я не могу построить следующее брейди, то есть нужен 16 замок. Здесь привязка каждый левел к левелу, скажем так. По магии, точнее по юнитам, здесь у нас юниты, юнитов надо качать, они там особо прироста не дают, но они очень реально спасают. На арене, если у вас обалденно прокачанные юниты, вы на арене реально будете тащить. Видите, апгрейд 15 дней. 2 недели, чтобы заапгрейдить следующий левел. А тут всего лишь каких-то 2 часа. Ну, здесь я тоже, надо будет сейчас докачать их. И вот этих вот Fire Warrior, тоже они неплохие стрелки, лучники. По магии я уже показывал, магию я качаю, стараюсь прокачивать. У меня сейчас качается. Надо 15 уровень будет открыть, дальше будет молния доступна. Она тоже реально очень крутая должна быть. Так, 1 800 000, ну это надо будет в рейды побегать. Четвертый метеор я показывал, делал отдельный обзор. Магия нереально крутая, начиная там 3-4 уровень, там она просто бешеная, скажем так. Так, окей, ну про здание я вам рассказал, давайте по локациям. У подземки, как и у всех, зафармлены все. Максимальная у нас на сегодня это 3-я подземка, дальше пока, к сожалению, не пускает. Поэтому я тут все время просто свипаю прохождение, чтобы не пропадали попытки. И прохожу боссов, то есть каждый день я стараюсь, вот у меня 85 ключей. Так, только это, я стараюсь всегда перекидывать вот на Hell, это самые большие. И батлюсь соло и бессмысленно. Ну, боссы убиваются очень легко, когда у тебя уже там герои где-то к 40 уровню подходят. И есть один отхил, и без проблем убиваешь любого босса. То есть они здесь не особо такие жесткие. Возможно, дальше будут пожестче, когда откроют следующие подземочки. Но пока, к сожалению, у нас ничего не открывают. Посмотрим, что будет дальше. Я жду все-таки обновления какого-то глобального, что они откроют и героя там, и откроют что-то интересное. Потому что пока, к сожалению, все как бы стоит, когда ты прошел полностью все квесты, прошел волны. Волны такие, знаете, специфические. Там ничего такого особенного нету, как в битве замков обычной. Просто тупо штампуешь и проходишь там 200 волн и все, и потолок. И дальше ты просто пропускаешь каждый день ради награды.
То есть боссы, как видите, ничего сложного, если есть хоть какой-то отхил, либо друид, либо сабди. Можете свободно получать неплохие плюхи. Так, с этим разобрались. То есть это локация. По подземочках. Арена тоже уже не раз показывал. Здесь надо сидеть задротить, либо со своими сагильдийцами просто друг против друга воевать, набивать друг на друге очки. То есть такой вариант. Либо вот так вот против бота можно пробовать. То есть варианты есть разные. Ну, в основном после 1800 это чисто уже, я вам так скажу, это чисто люди сливаются в гильдии. То есть подставные бои. Я этой фигней, скажем так, не страдаю. Да, и локация такая пока. Ну, за первое место, конечно, плюшки неплохие дают. Поменял плеер, хоть нормально можно теперь бегать. Но видите, не всегда успеваешь. Хоть он уже и не подвисает так, как раньше. Может, еще и сольемся. Если шапка... Вот видите, не восстановился вовремя. И все, сейчас можем слиться свободно. Ну вот салка реально сейчас будет офигенно выдавать. Только надо немножко... Вот смотрите, как она сейчас юнитов будет унижать просто. Реально очень обалденный герой. Ну, таким вот образом бегать можно. Набивать очки на ботах. Сейчас не подвисает, может немножко больше набью. То есть такое. Получать героев здесь можно с роллингов. Набивать кеи, то есть которые есть, я вам показывал. Эти кеи, их можно получить с боссов, их можно получить с других локаций. Бонусами разными, с прохождением квестов. В общем, куча всего. И это не есть проблема, и можно оттуда вытащить топовых героев. То есть, все зависит от удачи. Накопили кеев там по 10 и открыли. Может повезет, там каждый десятый падают топовые плюхи. Так, это с аренкой. Поехали, покажу вам склад. Что у меня есть на складе. Ну, на складе вот куча разных ресурсов. Это для найма на мировой карте. Резервисты. Ресурсы для мировой карты. Это пропуска волн. Я пока их не трачу, надо буду собирать. Пока это с аренки у нас, это перенести склад можно. Верь, ну тут и склад говорю. Базу свою на другую точку. Расходники. Вот, допустим, плюс 2 миллиона опыта. Таким образом, вот заходите в героев. 2 миллиона есть, да, вот мы качали садби, по сути, мы нифига. Вот посмотрите, сейчас я просто пыле возьму и апну там на левел, да, там на 2 левела мы апнули практически. И сила у меня плюс 6000. Ну, то есть таким образом апается сила, чем выше будет у вас прокачка, тем все будет проще. Так, вот вишки, видите, 7 дней награда. И вот образом ключики зарабатываются, а потом вы можете ролить.
Так. Ну, вот эти вот награды, это все тратится. А тот же самый ринки, на котором мы только что были, это все уже улучшение героев, которые пока некоторые не нужны, а некоторые надо по 50 будет собрать. А руны, чтобы апнуть дальше героя. Вот здесь находится апа. Делаете вот медитацию. Вот видите, надо 50 собрать. Но пока. Divine 3 это типа вторая переход следующий, пока его нет. Вот до этого надо еще докачать до сотого левела. Тут до сотого левела качать и качать. Такс, ну вроде так вам все показал. Вот так вот игра, многие спрашивают, почему ты не снимаешь ее, потому что снимать по сути на донате, когда ты все быстро сделал, то есть я этот аккаунт создавал для того, чтобы побольше узнать для себя о игре. Вот у меня есть планы на бездонат, вы скоро их увидите, и тогда уже будет повеселей. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.